Добрый день, дорогие друзья, с вами Игорь, и это про тюнинг на российской 313. Сегодня мы вам расскажем про наш цех 3D-печати, в котором мы сейчас как раз таки находимся. Это как раз таки то место, которое позволяет нам решать абсолютно любые поставленные задачи путем воссоздания любой детали. Давайте разберемся в этом поподробнее. У нас в цеху стоит целых 10 3D-принтеров, каждый из них выполняет свою задачу, какой-то печатает мелкие детали, допустим, как эти 3D-принтеры, какие-то печатают большие детали, естественно, у всех у них разная скорость, какие-то могут печатать детали с помощью пластика, что-то можно сделать из резины, все это сделано для того, чтобы решать максимально большое количество различных задач под разные автомобили. Сейчас рассмотрим на примере, как раз таки, что у нас есть в работе и как происходит весь процесс изготовления новой детали. Вот, например, у нас есть решетка от Audi Q7, в которой вот эти вот боковые ламели с одной стороны были сломаны, так как искать новые детали, заказывать их слишком долго, естественно, дорого в нынешних наших условиях, мы приняли решение напечатать на 3D-принтере такие же детали путем как раз-таки сканирования изначально заводских элементов и воссоздания 3D-моделей в компьютере, и потом уже печати вот такого пока что чернового варианта данной детали, которая в последующем будет обрабатываться, дорабатываться, и в финишном виде решетка радиатора у нас будет выглядеть абсолютно как заводская, то есть мы можем восстановить, в принципе, практически любую деталь, которая есть на автомобиле, вместо того, чтобы заказывать новую. И второй вариант использования данной технологии – это печать кастомных изделий, воссозданных с нуля. Вот, допустим, у нас есть стойка лобового стекла с салонной части, в которой изначально стоял динамик высокочастотный, в далеко не самом красивом исполнении был его корпус. Мы сделали форму, такую тоже черновую, как это будет все выглядеть, думаю, даже сейчас понятно, что это все гораздо более красиво смотрится. После этого сканируется данная деталь, чтобы у нас была в компьютере та самая 3D-модель будущего элемента. Путем большого количества обработок, сейчас мы тоже в это не будем углубляться, потому что если туда залезать, это большой лес, где можно разбираться просто часами. Самое основное, что необходимо понимать, что можно воссоздать форму изначально, потом ее отсканировать и уже напечатать практически готовый вариант вот такой вот накладки на стойку, что будет гораздо более красиво, чем это было изначально с завода. Это можно делать не только с элементами салона, также с элементами кузова, добавлять какие-то детали на него. В принципе, ограничивать это только фантазией того, кто это будет делать. Ну и также можно сделать различные технические детали, допустим, как эти. То есть это могут быть какие-то кронштейны, накладки, заглушки, шестеренки и так далее. 3D-принтеру, в принципе, даже и такое под силу. Таким образом, мы можем воплотить в жизнь самую любую, даже смелую идею. Абсолютно все, что вы хотите сделать на вашем автомобиле в плане кастомизации, нам под силу. И если вдруг на ваш автомобиль необходимо заказать новую деталь, которую невозможно привезти в Россию, либо она стоит слишком больших денег, что в наших условиях все чаще встречается, это тоже можно восстановить и заново ее напечатать и заменить на 3D-принтере. Мы находимся в городе Краснодар на улице Российская 313 и Уральская 35. И не забывайте писать комментарии, если вам нравится новый формат видео, и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео.